Ежегодно в первое воскресенье октября в Донецкой Народной Республике отмечается профессиональный праздник работников образования и науки. Эта дата была установлена указом главы ДНР Александра Захарченко в 2015 году. За три нелегких года ученым и педагогам приходилось самоотверженно работать на благо будущего республики. И, несомненно, судя по результатам, им это удается и сегодня. За эти три года педагогическое сообщество Донецкой Народной Республики просто показало героический труд. В таких трудных условиях, военных условиях, постоянно думая о детях, о совершенствовании системы образования, мы, педагоги, работаем. Я поздравляю всех, кто причастен к системе образования и науки, с этим праздником. В ходе торжественной части мероприятия министр образования и науки ДНР Лариса Полякова зачитала своим коллегам поздравительный адрес от главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, после чего последовало награждение лучших работников отрасли почетными грамотами от главы республики и Министерства образования и науки. Почетная грамота главы Донецкой Народной Республики также... Поздравить коллег с профессиональным праздником прибыли гости из Луганской Народной Республики. Исполняющий обязанности министра образования и науки ЛНР Сергей Цымкало зачитал поздравления от главы ЛНР Игоря Плотницкого, а также преподнес в качестве подарка икону Луганской Божьей Матери. Мы хотели бы сегодня подарить нашу икону Луганской Божьей Матери. Пусть эта икона... Также в ходе мероприятия лучшим работникам образования и науки ДНР были вручены почетные нагрудные знаки – почетный работник науки и технологий ДНР и отличник образования ДНР. Свои поздравления с пожеланиями в дальнейшем сотрудничестве всем работникам науки и образования Донбасса передали коллеги из Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. После торжественной части для всех присутствующих с вокальными и танцевальными номерами выступили лучшие детские коллективы республики. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.